Привет, друзья! Сегодня у нас очередная посылочка, очередной подарок для моей благоверной. Настенный светодиодный светильник. Очень полезная в хозяйстве вещь. Крепится к стене вот на этот вот кронштейн. Кронштейн металлический. Имеется два отверстия. В комплекте имеется крепеж, два шурупа и два самореза. Сам светильник сделан из пластмассы. Под этим колпаком находится 16 светодиодов. Мощность 1 ватт. Имеется в виду общая мощность. Светильник не совсем обычный. Вот это вот микрофон. Срабатывает от щелчка, хлопка, шлепка и так далее. Питается от литий-ионного аккумулятора 3,7 вольта 800 мАч. Да, кстати, инструкция на английском. Более-менее понятно. Пишут, что после полной зарядки работает 12 часов, но я что-то в этом сомневаюсь. Имеется защита от короткого, от перегрева и от перезаряда. Солнечная панель 0,55 ватта. Так, давайте посмотрим. Все очень четко залито какой-то фигней. Загерметизировано. Сейчас давайте мы это дело включим. Чтобы включить, нужно взять вот это вот ключик, нажать вот эту вот пимбочку, чик, вниманто, так, и смотрим. Опаньки, отключился. Включился, отключился. При свете нам проверить не получится. Нужно будет продолжить вечером. Заказал два таких светильника. Один с датчиком движения. Но он еще почему-то не пришел. А ну давайте подождем секунд 30. Замечательно. Давайте сделаем вот так. И он снова включился. В дежурном режиме он светит в полнакала. Но при свете не получается. Давайте мы уйдем на паузу, а вечером продолжим. Может, немножко подзаряжу. Продолжаем. Уже вечер. Аккумулятор я подзарядил. Днем светильник лежал на балконе, на солнышке. Теперь давайте мы его протестируем. Берем вот этот вот ключик. Вот он, махонький. Вставляем его в эту дырочку. Легонечко нажимаем. Чик. Светильничек включился. Чудненько. Теперь мы отключим свет. Чик. И еще раз. Чик. Так, сейчас мы возьмем вот это вот. И включим. Тихонечко ложим его. Кладем вот здесь вот. Так, и ждем. Очень ценю ваше драгоценное время, поэтому немножко промотаю. О, ну почти 30 секунд. И горит он вот так, чуть-чуть, в полнакала. Так, теперь мы сделаем вот так. Чик. И свет включился. И снова ждем 30 секунд. Замечательно. Отключился, светит. Полнакала. Так, теперь давайте что-нибудь попробуем громко сказать. У-у. У. У. Нормальненько. Снова ждем полминуты. Замечательно. Ну-ка, елочка, зажгись. Расстояние примерно 2 метра. У-у. У. Не хочет. А ну давайте хлопнем в ладошки. Нормалек, нормалек. Отойдем еще дальше. Расстояние примерно 2,5 метра. Дальше некуда отходить. Хлопнем, хлопнем. Нормалек. Замечательно. Расстояние примерно 0,5 метра. Ну-ка, елочка, зажгись. Оу! Ну, как-то так.
Так, теперь включаем освещение. Так, и посмотрим, как оно на свету. А на свету оно отключается. Вот, здесь у меня светильничек. Ну, как-то так. А теперь давайте мы его отключим и раскручим, посмотрим, что же там внутри. Так, отверточка, вот она. И давайте мы его того. И последний. Открываем то. И вот что мы видим. Аккумуляторчик. 800 мАч, 3,7 вольта. Аккумуляторчик какой-то маленький, совсем платка. Контроль, заряд, разряд. Так, вот это микрик. Что тут заклеено. И микрофончик. И больше ничего. Имеется уплотнительная прокладочка. И здесь все залито герметиком. Нормально, влагозащита есть. Ну, как-то так. Собираем то. И последний. Похожий светильник у нас на обзоре уже был. Но не с микрофоном, а с датчиком движения. Вещь очень полезная в хозяйстве. Подвесил над окном на даче. Благоверная, очень довольна. Всю ночь, говорит, включается свет, потому как постоянно бегают кошки и собаки. Но уже заряда на всю ночь не хватает, потому как осень и солнце стало немножко ниже. На зиму сниму. А этот установлю весной. Ну, как-то так. На этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставим пальцы. И до следующих видео. Всем пока!